Итак, ну чё, всем привет, с вами Марк. Продолжаем сегодня проходить Metro Exodus DLC под названием Sam's Story. И мы тут остановились на том, что у нас там буря началась в последней серии, но сейчас она уже закончилась. Поэтому можем с вами дальше идти лутаться. Короче, у нас на карте что там, три метки есть. Так, вот тут мы не лутались. Да-да-да, мы где-то здесь и остановились. В этих гаражах. Так, и тут закрыто, да? Так, еще лут. Давайте заберем здесь. Ну, конечно, ты можешь это использовать. Почему бы и нет? Так, вот еще лут. Так, и кстати, я заметил одну вещь. Короче, я забыл в прошлой серии помочь капитану и поставить ему ловушки. Он же говорил ловушки поставить, а я этого не сделал по итогу. Да, и я не знаю, можем ли мы вернуться ради этого, или вообще есть ли в этом смысл. Но кто-то пищит. Ну, короче, я так понимаю, что это, возможно, будет иметь смысл, потому что, напомню, что в основной игре там же некоторые действия... Похоже, без кода не открыть. Код нужен? Такого, кстати, не было, по-моему. Короче, я хотел сказать то, что там некоторые решения влияли... По итогу запьета на, и ключа нет. На этот... господи. Ну, короче, надеюсь... Ну, на Not сюжет. Bad. На концовку, во. И тут, походу, будет то же самое, поэтому если мы, наверное, не поставим, то, может быть, произойдет что-то плохое. Я не знаю. Так, ну что, я залутался тут? Не, у нас тут... А, да, все, вопрос вроде пропал с карты. Да, мы здесь залутались. Так, ладно, погнали тогда отсюда. Так, я что-то запутался. Блин, темно, потому что... Пипец. Дайте пройти. Спасибо. Все, супер, уходим. Ой, господи, куда идти? Все, я реально уже запутался. Ну, запрыгни. Так, все, побежали. Так, все, да, буря закончилась. Так, выключим фонарик и... Побежим, наверное, наверх. У нас там тоже вопрос горит. Я не знаю, что там за вопрос. Так, ну мы, короче, немного не по плану, конечно, пошли, по идее, но тут это не имеет значения, я так понимаю. Так, нам куда-то сюда, что ли? Так, давай, дышись. А, или там какое-то здание, куда не могут заплыть, что ли? Это оно будет... Так, осуждаем надписи. О. Угу. Все-таки мы на правильном пути. О. Вы это мне? Ну да, брат мой говорил, псих натуральный. Он, прикинь, придумал, что это я у него пытаюсь бизнес отжать. Автосалон у нас, право руля. Право Японские руля. Тачки с пробегом. Лучшее качество. Бизнес с нуля создали. Прикинь, и поднялись, а он отжал. Ненормально. У нас ведь даже код от сейфа, прикинь, один на двоих был. Половина была, это тот самый, что ли? Но Анжела, бухгалтер наш, понятное дело, весь знала. А то нам обоим в конторе все время торчать пришлось бы. Угу. Но доверяли друг другу, понимаешь? Угу, понимаю. А потом этот гад меня кинул и долю мою отжал. Так что теперь крыс жрать приходится. А ну заткнись, зараза! Так вот, мало того, он еще из катушек съехал. Говорит, мол, это не он, а я кидала. Прикинь! Угу. Я все хочу в чувство привести. Нужно его половину кода от сейфа узнать, к нам в автосалон пробраться, бумаги из сейфа взять и мне принести. Чтоб я ему показал, на кого там все переписано, и он понял, что это он у меня отжал, а не я у него. У него тогда в голове прояснится. О. Смотри, моя часть кода. 1, 2, 3, 4. Ты, главное, теперь узнай его половину кода и принеси бумаги из сейфа. Не пожалеешь. Mm-hmm.
Серьезно? Вот теперь посмотрим, да. Ага. Че он там? 1, 2, 3, 4? Так, это мы заберем у него. Заперто. Да, атмосферка у него, конечно, здесь такая себе. Конечно, у меня. Я даже... Говорит, у тебя уже или нет, я даже не уходил никуда. Лол. Так, вот он и путь у нас. Получается, нам сюда. По идее. Ну, погнали. Ой. Так, где? Ой. Ой-ой-ой, это мутант. Ага. Чем мне сейчас претензии выпадят? Что не так-то? Ой. Тихо-тихо-тихо. Ты, блин, кто? Сэм, с Томом работаю. А, точно, я тебя видел. А, это ты, американ второй наш. Говорили, что ты где-то рядом. Ну, ты подходи. Покажем, что тут как. Давай. Мы же разведчики все-таки. Давай. Чё? Чё не снять? А вот. Тут на автосвалке недавно шум стоял, как в последний день. Кто-то с крыланом дрался. Стальные яйца у мужика. Но кто победил, непонятно. Так что лучше туда не лезь. Это я был. Я победил. Да уж. Теперь ясно, чего ты начальству приглянулся. Ну ты даешь. Мое уважение. Дальше. Тебе куда нужно-то? Пожарная часть. Ее отсюда видно. Красное здание с башней. Метро 500 по прямой. Ага. Только по прямой не получится. Вроде близко. А так просто не добраться. Ну да, тут вся игра такая. Да, в руинах по прямой не ходят. Смотри, вот этот, недострой довоенный. Тебе через него идти нужно. На верхние болота, где твоя пожарка стоит. Другой дороги нет сейчас. Только так. Только сейчас там банда одна обосновалась. О. Они раньше с работорговли гешефт имели. А сейчас новая мода пошла. Уродов сутулых ловят. Представляешь? И кому эта дрянь понадобилась? Мы с ними на ножах давненько уже. Да и вообще, чужих они не любят. Будь уверен, как тебя увидят, сразу палить начнут, без предупреждения. Угу, так что постарайся, чтобы не увидели. Понял. Спасибо. Что не за еще что. У нас тут интересного? Ага, вот сюда еще глянь. Вон там, на островке, зданица двухэтажное такое, с башенкой. Мусарня до войны была. Там теперь другие козлы засели. Полные беспредельщики. Сейчас сутулых ловят, как остальные. В наших краях это теперь первейший бизнес. Да, перевалочный пункт там у них, кажись. И склад. Барахло интересное, небось, есть. А на этом островке, говорят, где-то есть тайник старый. Пару лет назад явилась сюда бригада такая. Борзота и отморозки. Но дело знали, не поспоришь. На счетчик ставили банды втрое больше ихней. А если кто залупался, ночью приходили и всех под корень. Подготовка у гадов была спецназ. Ну и барахло, как в кино. Броники, пушки, ночное видение у каждого. Короче, шуму наделали. Людей всего ничего, а здоровый кусок руин под себя подмяли. Ну, тут другие бригады прикинули, к чему идет, и сообща козлов покрошили. Тайники только и остались их знаком помеченные. Череп в ПНВшке. Если такое увидишь, обращай внимание. Зачем? Наверняка все уже растащили. Не скажи. Этим типчикам понты реально дороже денег были. У них что ни тайник, то загадка. Мол, избранные поймут, а быдло типа нас пролетает. Мужики пару раз тайные кнопки находили, чтоб там открыть. Но это случайно. В чем принцип, так и не поняли. Может, тебе повезет. Американским глазом окинешь ситуацию и опа! Интересно. Реально интересно. Даже уродов не сказал. А, ну и да. На острове, где тайник, осторожнее будь. Сутулые там здоровые плодятся. Не знаю, чего так, да и не суть. Но такие крепкие твари в цене. Так что ловцы это логово не зачищают. Одного-двух сутулых отловят иногда, а остальные на развод остаются. Ясно. В общем, вот так тут все. Сказано в твое дело не вмешиваться, но если что, оказывать содействие.
Что знаем, показали, так что содействие оказано. Реально. Thanks, guys. Удачи. Спасибо. Бывай. Ух, спасибо, ребят. Это вы мне припостыли, походу, специально. Так, так, это я опять проверяю управление. О, вот это я не забрал, кстати. Так, ну чё нам, чё у нас на карте теперь? Туда идти. Так, там лодка есть. Ой, а чё так больно? Мутантище, ну иди вон. Ну серьезно. Я лучше поплыву. Это было смешно сейчас. Это было смешно. Так, нам вперед, по идее. Ну давайте плывем. Так, к нам в это прям здание, что ли? Ну получается, да, у нас там вопрос как раз и горит. Только проплыть мы туда сможем. Это надо припарковаться, наверное. Подожди, давай попробуем. Ой, тихо-тихо-тихо. А, ну прям тут и припаркуемся. Нормально, в принципе. Ну. Все, собственно. Ух. Все, живем. Так, это мы забираем. Найс. Найс, найс. Так, да, нам точно сюда. Осталось найти вход. Куда вообще попасть? Ой. Бро, извините, трогать не буду. Не хочу на тебя патроны тратить, вот серьезно. Ой-ой-ой, как тут жутко. Не, ну тут, кстати, реально жутко. Будем честны, смотри, мы не нашумели. Мы не нашумели. А вот теперь нашумим. А, ну они еще все проснутся, я понял. Тут же тут. Домой. Че он там орет? А вот этот вокалист. Блин, патроны. Так, надо будет оружие сменить тогда. Домой. Еще орут. Все, последнее было. Вот, все, поменяем. Тут хоть какие-то патроны остались. Так, а у нас что-то еще тут не залутано, да, получается, если у нас горит. Так, а куда тут идти тогда? А, у нас еще, кстати, там появилась метка. Ну, вообще, насколько я понимаю, вот это лутать все не обязательно. То есть это так. Мы можем, в принципе, это скипнуть. Мне кажется. Так, подожди, я не могу понять, а где я не был? А, вот тут я не был. Ух. Куда мы попали? Да, и метка до сих пор горит, кстати. Так, что-то мы не сделали. Вопрос только что. А, ну вот тут заперто. Похоже, не открывается. Ну да, есть такое. Так, окей. О. О, подожди, чё, серьезно? Лол. А вот, походу, мы и... Да, вот мы и добрались, куда надо. Ничего себе. Патроны бы найти где-нибудь. Побольше. Ну вот, все, есть патроны. Патроны нашли, все, замечательно. Так, теперь можем отсюда выйти? Да, слушай. Все, открываем дверь. И это как раз то, что нам нужно было, по идее. Да, все. Ну да, это лут, по сути. Можем это не лутать. Тогда смысл в этом какой? Может быть, сразу пойдем на... Не, есть смысл, естественно, если нам патроны нужны, но... Как бы... Так, а я не понял, нам обойти-то можно будет сейчас? Или нам плыть надо будет? Так, вот тут пролезть можно. Давай пролезем. Ой, там чудище. Короче, в ту метку, наверное, не пойдем. О,
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Полезная вещь. Жаль, ничего не отметил по поводу того, что сейчас этот попался. А ты откуда здесь взялся? Не понял. Так, нам вообще вон туда. Ну ладно, давайте туда сразу и пойдем. Типа, я понял, короче, что вот эти темы, они просто это чисто лут. Как в любом случае, видите, там... Ну да, конечно, плавать же здесь он не умеет. Господи, мне так это раздражает. Что просто так, короче, напрямую не пройдешь. Так, нам в эту сторону, то есть где-то там. Так, что нам за лодкой опять идти? Попробовать приплыть туда. Давайте попробуем. Как-нибудь подплыть. Блин, камера. Так, а там никак, да, не переплыв... Нет, а не подплывешь. А если с другой стороны попробовать? Да, тут... Тут хитрость. Да, тут нам не дадут. Так, давайте попробуем в другую сторону. Чё, буря сейчас будет или чё? Чё тут? Атмосфера какая-то неприятная. Так, давайте попробуем, короче, как-то справа отплыть. Так, вообще, а где у нас это была еще одна метка? А, ну мы на нее плывем, кстати. Вон, давайте зайдем, наверное, туда. Или нет. Или да. Да вот не знаю. Это которое слева, да, от нас, вот это здание. Ну ладно, давайте зайдем, так уж и быть. Ой, там перестрелка какая-то. Значит, мы попали туда, куда нужно. Ой, кстати, а сохраниться бы надо, то опять сейчас мы умрем и все, и габелла будет. Ты уже понял тут все насчет сохранения в этой игре. Ну, давай, тормози. Так, сейчас мы спрячемся для начала куда-нибудь. Ой. Понял, Том, учту. Угу. Так, сейчас мы... Ой, сохранение недоступно. А, это из-за того, что мы с ними сражаемся, поэтому недоступно, да? А, они меня не видели? Им... Вообще наплевать. Его связали. Ничего себе у них тут весело. Чего ты там сказал? Блин, так жаль на тебя патроны тратить. Это чё? Домой? Ой, ну ладно, возьмем. Нормально. Снизу орёт где-то. Не, тут этого держит. Так, чё у них тут? И чё, и где все? И всех тут нет. Но зато тут есть лут. Так, и дроби есть, кстати. Неплохо. Да, весело у них тут, конечно. Но проблема в другом. Где все? Тут вообще кто-нибудь есть хотя бы? Вообще, я же слышал, они там орали что-то. А где они? Я их не вижу даже. Так. А, все, у нас вопрос пропал. Ну да, это у нас, короче, дополнительное было. Типа дополнительный лут. Что нам тут делать больше нечего, я понял. Ну тогда уходим. Да, и, кстати, напомню, мы до сих пор не поставили ловушки капитану. Что забавно, на самом деле. Так, хоть пикать. Ой, реально буря же. Так, ну чё, мы её переждём?
Я их могу убить? Да, их могу просто убивать. Сколько вас тут? Много. Я их спасу, я их просто уничтожу. Давай, ребят. Все. Что-то что они тут орут, да? Ой. Тебя сейчас то же самое ждет. Так, а давайте сохранимся, кстати. Ой, опять не то нажимаю. Так. Кто это был? Подожди, а мы тут не были, да? Да-да-да, мы тут не были. Кто это сейчас сказал, что он сдается? Что-то рофлы не понял. Где-то здесь. Да я его и не собираюсь трогать. Не, ну если он сдается, так сдается. А, во все. Эх, сука, не фартануло. Не фартануло, бля. Кто опять орет? Ну он, слушай, он... Он все понял, походу. Вы видите это? Подожди, он на меня... Я не хочу это комментировать. Это не он вроде орёт при том. Ой, как же я угораю с этой игры. Господи. Так, подожди, стоп, а где наша лодка? Все, у нас лишь... У нас украли лодку, походу. Подожди, а где я... Я же здесь где-то у пристани, да, был? Я что-то путаю. Лол, он просто навелся на меня, у него ничего нет, гений мысли. Не, ну хорошая игра, абсолютно без багов. Ну ладно, ладно, баги есть везде, будем честны. Так. Он, кстати, он до сих пор на меня наводится. А мы его оставим, мы его оставим. Не волнуйся, я тебя не боюсь. А, вот у нас лодка, вот она, господи. Надоело орать уже, честное слово. Так, все, поплыли дальше. Так, ну попробуем, короче, отсюда обойти. Может, здесь где-то можно. По идее, здесь где-то можно. Скорее всего. Мы тут опять же были, но... Единственный выбор у нас здесь обойти. Попытаться. Так, давайте попробуем. Опять сюда вернуться. Так. Погнали куда-нибудь сюда. Вот чисто теоретически. Здесь-то и надо обойти. Тут я помню, да, тут эти мутанты. Сейчас мы их обойдем. Всем привет. Минус один. Ладно, я вас так перестреляю. Давно пора вас первый. О, антибиотик приз получен. Что, все? Слились? Так быстро. Ну и правильно. Ой. По итогу-то не слились. Слушай. Так, одного подстрелил. Этих просто пробежим. Ой. Что за кринж? Откуда? Лол. А, нам реально сюда надо. Походу. Да, все нормально. Нам сюда. Ну что, меня там обстреляли сейчас? Толку ноль. Так, тут у нас некуда идти, только если сюда. Ой. Может, хватит? Так, это мы лутаем. Так, это залутать нереально. А, ну нам сюда, кстати, да, нам сюда. Ой.
Ох. Короче, мы на правильном пути. Мы правильный путь и нашли. Все-таки увидел меня. Видишь? Молодец. Так, а нам наверх интересно или сюда? Можно. Тут, кстати, тоже можно обойти. Че, все, они меня потеряли? Все, не найдут меня. Чего-чего? А, вон ты. О, господи. Домой. Добью-ка я тебя, бро. Да блин, опять не то прожал. Ты что тут забыл? Патроны. А, ну вот они тут и были. Понял. Угу, вижу. Что много их там. Так-то. Чем? Осуждаем. Так, все, погнали наверх. Там же чел был. Я же его не убил. А тут уже никого нет. А, тут никого нет. Нормально, слушай. А теперь рискуем. Беспалевность. Наше все. Так, и что они будут там бомбить-то? Я слышу мутантов, кстати. Так, подожди. Если я его хотел в рукопашку, ну ладно. Так, давайте попробуем. Что тут вообще забыл? Как ты живешь? Я ж тебя убил. Да уж. Так, погнали наверх. Так, что тут сверху у них весело? Я смотрю, вообще весело. Так, ну, тут мы не заберемся. Так, а что там на карте у нас говорилось? А, так вот, мы добрались, кстати. Вот это место, но там еще одно отметилось. Ух. Еще кто-то орет. А, они там в клетке сидят. В ловушке. И... Это вообще сейчас кринж был. Притом, блин, он тонет. Там даже не глубоко. Видели сейчас? Там вообще не глубоко было. Что-то орут там. Непонятно что. Так, а у нас тут что-то надо сделать. Так, я забыл, что он тут вообще... Зачем мы вообще здесь оказались? Да, вон они там сидят. Орут. А выбраться не могут. Тут есть лодка. Так, кстати, подожди. Можно же как-то открыть. Так, может, или убить их надо... Не-не-не, подожди, надо наверх пойти. Там сверху сейчас что-то должно быть. По логике вещей. Так, мы можем туда, но нам туда не надо. А, вот что. А, вниз, подожди, это вниз. Тут можно вот так спуститься. Подняться я, естественно, по ней не могу. Понял. Зачем я это сделал? Да не, я думал, может, наверх он полезет. Угу, конечно, только спускаться по ней может. Так, окей. А что тут есть? А, вот что тут есть. А что нам надо было, походу. Да-да-да-да-да. Так, а еще что-нибудь здесь есть? Нет? Вроде нет. И... Что, мы, получается, закрыли? То есть... Вот, да, у нас следующая цель. Все, вот теперь нам вниз и на лодку. Все, понял. Все, погнали. Все, поплыли по маршруту. Так, а нам теперь вообще на другую часть карты. Мы, кстати, там были. Да, мы там были. Поэтому... Не, я там был, я там проплывал. Так что нормально.
Наверное, здесь сейчас будет нормально. Да, вот именно, что я ключевое слово надеюсь, хотя бы на это. Ой. Давай, живем, живем. Так, нам туда. Ох, какой козий жесть. Не, зачем нам? Тихо. Так, нам сюда. Живи, живи, живи. Ой. Так, тихо. О, новая заметка. Это, кстати, первая заметка, на самом деле там еще были, но я их просто это не лутал. Ну тут на самом деле я. Спойлер, я видел, что тут на самом деле есть вещи, которые мы пропустили. Нет. Блин, он все-таки умер. А жаль. Блин, как и долго анимация смерти. Грустно. Сейчас интересно, где мы засейвились по итогу. Вот в чем вопрос. И где же мы засейвились? Ну, да. Так, все. Давайте второй заход. Короче, я скрафтил фильтры. А я забыл, что в этой игре оказывается есть рюкзак. Я не помню, мы в основной игре его открывали или нет. Но суть в том, что, короче, я реально про его существование вообще забыл. Ой, тихо. И я открыл все-таки рюкзак. Вот только я так мог сделать, вот серьезно. Как я вообще сейчас это сделал? А, я ничего не вижу. Так, ну и в общем суть в том, что да, скрафтил я фильтры. И теперь мы задыхаться не будем. Но если что, опять же, у нас ресов довольно много, так что скрафтить еще нам не составит труда. Да, вообще еще можно крафтить на столе, естественно, для крафта, но мы его сейчас здесь не найдем. Потому что я пытался здесь пройти без фильтров, это нереально. У меня фильтр всего один был. Так, давайте покрутим. Так, все, давай, оп. И здесь. Врубаем. Нормально. Ух. Хорошо горят. Да. По факту. Так, давайте спустимся. Ладно, я надеюсь, он не умрет. Все, спасибо. Что происходит? Почему я не могу нормально то не спуститься, то что-то перепрыгиваю? Что происходит? Да вы... Рофлите. Что происходит? Так, фильтр. Сейчас сделаем. Блин, у меня заканчивается. Я хотел еще побольше задать, но что-то думал, что мне хватит. А походу не хватит. Слушайте. Так, нам налево, я так понял. Да не, ну я думаю, хватит. Так, все, плывем, нам потому что плыть надо еще дальше, тут радиация. Неприятно. Так, подожди, а сколько нам интересно плыть? Нам просто вперед? А, да, вроде просто вперед. О, господи. Куда мы попали? Так, все, давай плывем. Опа. Так, я так понимаю, нам сюда, скорее всего. Все же правильно? Ну да, вообще. Аптека. Да уж. Рыбак? Что тут рыбак делает? Ладно, мы его проплывем. Потому что фильтров у нас так мало. Лучше сразу до цели доплывем. Так, чё, сколько нам еще плыть-то? Нам на другую сторону, над островом. Сейчас здесь высадимся и побежим. Так, а тут вроде уже все, да? Да, тут уже вроде безопасно.
Тихо-тихо. Все, давайте где-нибудь здесь. Так, залезаем. Все, погнали наверх. О. Че, активировать надо? Пусть работает. Ой. Понял, принял. Так. Отдых позволяет. Ну окей, хорошо. А, это нам сюда, чтобы залить. Понял. Давайте зальем. Да не, я думаю, смысла отдыхать нет. Думаю, сейчас дальше просто пойдем. Все отлично. Врубили. О. А ты хорош. Так, а чё, куда нам дальше-то? Куда нам дальше идти? Вот теперь непонятно. Так, подождите. О, кстати, а, это выкинул. Так, я тут чихнул. О, подожди. Ничего себе, тут даже ружье было. Ну, думаю, смысла менять нет. У нас тут патроны есть, так что... А, нам сюда надо было зайти. О, вот, кстати, крафт. Ну ладно, смысла нам сейчас крафтить ничего нет. Если что, фильтр можно опять же в рюкзаке сделать. И вообще, там же можно патроны скрафтить. Ну, не знаю, мне кажется, мы их будем находить. Тут, кстати, дропа нормально. Все, супер. Так, все, залутали, все, можно идти дальше. Так, а теперь... Ага, у нас почему-то сзади метка, как будто мы что-то не долутали. А, это из-за того, что мы что-то не долутали, да, тут? А вот, кстати, как раз. Сейчас она должна пропасть, по идее. Потому что... Ладно, неважно. В любом случае, опять же, это просто... Мы уже поняли, что к сюжету это особо не имеет отношения. Это просто, по сути, места, чтобы залутаться. Я предлагаю их, короче, больше, наверное, не ходить к ним. Не будем тянуть, так сказать, прохождение. Ой. Чёртовы твари! Давайте его завалим. Ой. Домой. Ой. Собака. Домой. Давно мы их не видели. Так, давайте залутаем. У тебя что тут? У тебя ничего интересного. Тихо. Тихо. А! Что? Что-то это было слишком быстро, будем честны. Они там сзади были. Ну, я слышал, что справа есть кто-то, но... Я забыл про, да, про сохранение. Не, ну ладно, тут хотя бы не так давно засейвилось. И это прекрасно, потому что сейчас бы нам пришлось опять тут из-за сейвов кривых миллиард лет бегать. Надо будет реально привыкнуть в этой игре сохраняться, потому что тут сейвы реально странно начали работать. Аптечка, кстати, я только сейчас заметил. Так, теперь мы точно все забрали, все побежали. Так, ладно, сейчас аккуратней будем. Да, сейчас будем поаккуратней. Домой, минус один. Какой ужас. Какой же странный звук. Проходят. Ай! Я забыл, что ты убежишь здесь. Бежим. Так, сейчас отхилимся. Куда? Как он по мне попадает? А, тут вот оно что. Ух, какой злой. Он может его в рукопашку, в принципе. Опять перепутал. Я когда-нибудь, конечно, привыкну к этим
к перезарядке, но походу это будет не скоро. Ой, вот я еще не залутал. Так, где они тут? Вон ты куда побежал, а ну стоять. Он наверх побежал, смотри-ка. Хитрый какой. Чего? Вы видели, они сзади еще идут? Жиган. А, я думал, они закрыли, кстати. Ну, убьем, пусть не мучается. Что-то надо заклебал уже эти звуки издавать, вот серьезно. Так, что еще? Ну, кто-то жив-то по-любому еще остался. Давайте посмотрим. На, иди поспи. Тоже уже заколебали тут орать. Давайте, короче, альтернативным путем пойдем. Так, что у них тут? Да, темновато, темновато. Ой, а, это под машину, понял. Типа гараж. Так, хорошо. Наверх надо получить. О, сохранение. Сейчас сохранение, хорошо. О. Собака? Ух, какой ужас. Ну, убей его. Что творишь? Ой! Ладно. А я чуть не заметил, что они там. Че еще, может, кто-нибудь рискнет? А он тут с другом своим. На, домой. Не иди сюда. Это будет ошибкой. Я же говорю, будет ошибкой. Еще, может, кто-нибудь? Я промазал. Блин, он префом стоит, стреляет. Я в шоке. Так, я уже в кнопках запутался опять. Лутанем ресы. Так, с этих, вот с этих я не лутанул. Так, ну живем, живем. Да, рез все-таки нужны, чтобы нам, если что, всегда можно было скрафтить. Все-таки прошлое DLC, оно было реально чисто линейным. Там уже крафтить ничего не приходилось. А тут это все-таки, он прям как полноценная сюжетка. Не, ну тогда тоже была сюжеткой, но там, знаете, реально она прям линейная очень была. А тут все-таки как-то, да, как-то попроще. Так, а я не понимаю, но у нас есть вариант спуститься вниз. Но о чем мы... Ну, нам же, наоборот, надо наверх, по идее. Но тут я уже все посмотрел. Тут я все залутал, можно сказать. Так. Мне эту дверь не открыть. Ну, как это не открыть? Там замок просто. Кто-то говорит, что ли? Так, ну подожди, но на втором этаже объективно мы уже все посмотрели. То есть все тут делать не... Давайте спустимся вниз. Да, только я так мог... Не, самое смешное, вроде хотел нажать, и не нажалось. Так, и я до сих пор не могу понять, что нам надо. Так, мы, кстати, вот здесь не были, да, я так понимаю. Не залутано. Еще ящик не залутан. Так, а вот тут что у них? А, это у них вот выход как раз. Домой. Так, тут-то что-нибудь есть. Я слышу, мы не всех монстров еще убили. Отлично. Так, и осталось понять, что нам надо. Потому что метка у нас горит, мы еще что-то не выполнили. Нашел? Нашел. А, не, подожди, у нас метка вообще стоит.
Ну куда-то тут. Может туда нам как-то надо? Подожди. А чё там? Типа наверх может быть? По ощущению, куда-то туда как раз метка где-то и стоит там. Ну тут опять же. А, подожди. Так, тут был спуск. Тут тоже спуск. Так, и тут везде спуски. Так, давайте еще раз попробуем подняться наверх. На второй этаж. Может, мы там что-то упустили? Угу. Так, ну это у нас вниз, да. Давайте уж откроем, чтобы тут удобнее было ходить. Так, тут опять же спуски. Надоело орать. Как нереально надоели орать прям. Так, и тут спуск вниз. А, вот оно что. Извиняюсь. Давай, 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 давай. Я уже заранее привык квадрат жать. На. Фух. О, вот он, вот что нам нужно. А, все, переоделись. Ох. А вот второй комплект, да, тут? Или что тут? Да-да-да-да-да. Ну все, супер. Эд, Сэм Коллан. Костюмы у меня. Отлично, Сэм. Встречаемся у штаба флота. Как понял? Все окей. У штаба флота. Конец связи. Так, ну все, сейчас мы долутаемся и, наверное, будем, может, на этом уже заканчивать. Как бы... Давай, давай, давай. С ноги. Тук-тук. Тук-тук, реально тук-тук. Так, а что тут еще было? Да вроде тут больше ничего и не было. Так, а на этом мы можем на самый верх подняться. Ух. На крышу. Вон он, наверху! Канатки лезет! Выпущать! Чего? Они реально тут сидят? Можно еще выше подняться. Давай, 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 поднимайся. Сейчас мы веселуху здесь и устроим. По полной программе. Блин, вот как он живет. Ладно, давайте отойдем, отхилимся. А, вот он, почему нам наверх надо было, все, я понял. А, мне с... А хотя, чё, какая разница, подожди, нам же... Ну, нам, наверное, туда куда-то. Подожди, а чё, я не могу это? Или мне еще выше как-то надо? А, или это про... Или электронная эта сеть, нет? Что-то я понять не могу. Блин, они просто там... А, нет, здесь все-таки можно подняться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, аптечка же у меня была? Нет. Вот и проблема. Так, а что на крыше? Не, жив. Блин, попасть бы еще? О, попал. Да, все, он умер. Тех я убил. Я типа попадаю, но толку. Блин, тут снайперка нужна по-хорошему. Ой, ладно, сейчас отхилимся. Давайте прям рискнем. Просто поднимайся. Ну быстрее, ну... Господи, какой ты медленный. Ой, всем привет.
Я надеюсь, я успею. Все. И чё? А вот все. Все валим просто. Фух. Все-таки удалось сбежать. Все, давай, 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 давай. Молодец. Чё, и беспалевно сбежали. Так, и теперь нам... Теперь нам вообще далеко. Прям вообще далеко. Ладно, мы на этом закончим эту серию. Мучительная серия прям была. Но с вами был Марк, и всем пока.